Добрый вечер, это программа «После новостей». Меня зовут Илья Зайцев, мы работаем в прямом эфире. Сегодня говорим о пенсиях, их повышении в 2019 году и о том повышении, которого многие ждали, оно случилось. У нас в студии уже по традиции Лариса Шлома, заместитель управляющего Пенсионного фонда России по Красноярскому краю. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Ну, первый вопрос абсолютно понятен. В прошлом году, когда вся страна активно обсуждала предстоящие изменения пенсионного возраста, было объявлено о том, что пенсия повысится там, на 1000 рублей, страховая пенсия. И многие ждали, что вот ровно у всех на 1000. Как обстоят дела в Красноярском крае? Насколько повысилось? С 1 января увеличение произошло на 7,5% от декабрьского размера пенсии. Увеличение были только у неработающих пенсионеров, как и предыдущие индексации пенсии. Среднее увеличение в Красноярском крае составило 1070 рублей. Таким образом, средний размер страховой пенсии составил 16 257 рублей. В крае у нас проживает 864 тысячи пенсионеров, 260 тысяч из них продолжают работать. Вот за исключением этих 260 тысяч индексация была проведена. Много ли вопросов было с выходом в рабочие будни после праздников, о том, почему столько? Ну, вопросы начались у нас уже с 3 января. Была организована горячая линия и в отделении, и в территориальных органах. В общем-то, живо интересовались и граждане получением нового статуса предпенсионеры, выходом на пенсию, индексации, насколько они могут рассчитывать. Много вопросов задавали те, кто рассчитывал на надбавку за работу в сельской местности. Она тоже дается с 1 января для тех граждан, которые отработали 30 лет в сельской местности и продолжают там проживать. А сколько получают? Надбавка составила 1333 рубля, это 30% от фиксированной выплаты. Ну и плюс также произошла у этих граждан индексация на 7%. То есть я правильно понимаю, что те, кто 30 лет прожил в сельской местности, продолжает сейчас быть прописанным, проживать? Отработал в определенных профессиях и должностях. Угу. На том перечне предприятий, который был утвержден с Министерством сельского хозяйства, и они продолжают работать, проживать в сельской местности. Такую категорию у нас 8,5 тысяч в крае. Для тех граждан, которые имеют, например, какие-то документы дома, то есть расчеты все были произведены по материалам пенсионных дел, которые находятся в территориальных органах. Если кто-то предполагает, что у них есть еще документы, или они могут что-то донести, это будет сделано в 2019 году, то надбавка будет дана с 1 января 2019 года. Поэтому, если у кого-то есть сомнения о территориальных службах клиентских, им сделают расчеты, добавят документы и сделают перерасчет. Скажите, просто я вижу, что поступает как раз вопрос вот про ту самую 1000, с чего мы начали. Угу. Я правильно понимаю, что нужно взять декабрьскую зарплату? Декабрьский размер своей пенсии умножить на 7,05, да? Да, процентов. И получить надбавку, прибавить ее к декабрьской пенсии, и получить ту сумму, которую человек должен был получать. Да. Еще один сигнал, но, судя по всему, ответить пока сложно, просто нужно разбираться. Сообщает, что в 79-м почтовом отделении на правом берегу накануне на почте не было на пенсию денег, и пенсионеры сидели просто так. Ну, это действительно надо понимать, в какой день все происходило, да. То есть то, что касается выплаты почты, почта работала с 3 января, соответственно, в те выходные дни, когда вы подали на выходные дни, когда почта не работала, выплата проводилась досрочно, в предыдущий угу. рабочий день. Каких-либо сигналов у нас о том, что были сбои, не хватало средств, не было, потому что было профинансировано до 16 января, досрочно все в декабре месяце. А пенсия работающим пенсионерам, она не меняется, те, кто продолжает работать, когда перерасчеты, как это делается? Работающие пенсионеры у нас ежегодно получают перерасчет за предыдущий календарный год по страховым взносам без заявительном порядке в августе каждого года. В том случае, если пенсионер оставляет работу, то с 1 числа следующего месяца ему рассчитывается размер с учетом всех индексаций, которые у него были пропущены. Единственный там нюанс о том, что первый новый размер он получает только на 4 месяц с доплатой за тот период вот после увольнения за 3 месяца.
А социальная пенсия, изменится ли она? Мы сейчас прям по пунктам буквально проходим, ставя галочки. В январе у нас увеличились только страховые пенсии. Социальных пенсий – это те пенсии, которые назначены без стажа и заработка. Как правило, это у нас пенсии детям-инвалидам, пенсии по утере кормильца. А вот эта категория ежегодно получает увеличение в апреле месяце. Прогнозируемое увеличение на 2,4%, но окончательное увеличение мы узнаем после того, когда появится постановление правительства. Скажи, пожалуйста, уточняющий вопрос. Зрители уже из опыта знают, что у вас в голове все цифры самые актуальные. Минимальная пенсия, которая сейчас в край, и прожиточный минимум актуальный на сегодняшний день в Красноярске? Вообще, вот, начиная с 2001 года, понятие минимальной пенсии отсутствует в законодательстве. Ежегодно утверждается прожиточный минимум для каждого региона. Законодательное собрание у нас его утвердило в ноябре, 8846 рублей. Это та выплата, которая составляет пенсия плюс меры соцподдержки, которую выплачивает наше Министерство социальной политики. Поэтому это не чистый размер пенсии. Вот, предположим, расчетный размер составил 3500, да? А меры соцподдержки, например, на субсидии еще 1500, получили 5. И вот до 8846 рублей доплата производится, называется на федеральная социальная доплата. То есть ниже вот этого размера суммарного граждане у нас не получают. Скажите, вы уже начали об этом говорить. Вот появилось определение «предпенсионный возраст». Что изменилось для вас и вообще что это значит, что с этим делать и кто это главное? Появилась новая государственная услуга, которую оказывает пенсионный фонд. То есть в наших клиентских службах с 9 января, как мы приступили к работе, те граждане, которым до пенсии осталось 5 лет и менее, могут получить такой документ о том, что они являются предпенсионерами. То есть предполагается эту категорию в связи с увеличением пенсионного возраста определенные меры социальной защиты. Ну, в частности, например, по службе занятости, повышенные выплаты пособия, предусмотрено их обучение. По линии социальной политики тоже предусмотрены льготы. По налоговой системе предполагается, что они будут так же, как пенсионеры, освобождаться от имущественных налогов. И, например, от работодателей, если продолжает сейчас предпенсионер работать, так же, как для пенсионеров, теперь им вводится возможность получить 2 дня на диспансеризацию до наступления права на пенсию за 5 лет. 2 дня раз в 5 лет? Каждый год. 2 дня на диспансеризацию для того, чтобы работодатель мог определиться, кто эти предпенсионеры, и точно знать. Мы заключили с ним информационное соглашение в электронном виде. Они делают нам по запросу по каналам электронной связи. Также делает и служба занятости. Мы готовим им информацию и отправляем адресату. То есть самим гражданам, в общем-то, ходить за данными справками, если они требуются в другие государственные учреждения, гражданам не требуется. Но вместе с тем предусмотрено то, что гражданин может ее получить тоже для себя, для каких-то решений, каких-то своих вопросов. Скажите, наблюдая после новогодних праздников, просто много чего навалилось, мусор, обсуждение транспортного тарифа на проезд. Как вообще меняется ли настроение людей, которые обращаются в пенсионный фонд, именно будущий нынешний пенсионер? Ну, традиционно первая неделя января она достаточно активная, потому что мы не работаем 9 дней. Получается, что граждане обращаются за выплатой пособия на погребение, за новые услуги обращаются. Мы сейчас стараемся разъяснить новые законодательство, потому что, несмотря на то, что увеличился пенсионный возраст, и в этом году идут, соответственно, женщины в 55 лет и 6 месяцев, мужчины в 60 лет и 6 месяцев, то, например, за накопительные пенсии они могут обратиться уже в 55 лет. И поэтому вот эти категории обращения для того, чтобы у нас появилась еще новый вид досрочной пенсии, то есть 2 вида. Это у нас появились те люди, кто отработал, имеет большой стаж. Например, женщины 37 лет и мужчины 42, они досрочно могут выйти от установленного возраста на 2 года раньше. То есть для женщин установлен возраст, соответственно, не 60 лет, а 58, для мужчин не 65, а 63. Ну и сегодня мы
в общем-то, проводим эту работу. Мы предварительно постарались этих граждан найти. То есть сегодня в 55, например, в январе исполнилось, а женщина могла бы пойти только в июле месяце. Но если у нее есть 30 лет стажа страхового, она пойдет в январе. И вот этих граждан, по той информации, которая находится в системе пенсионного фонда, мы в рамках еще 2018 года постарались со всеми с ними связаться, уведомить о том, что у них право наступает раньше, в исполнении 55 лет и у мужчин 60. И мы стараемся, ну, это по той информации, которая у нас находится. Если у граждана находится на руках, соответственно, они тоже должны знать, что они имеют такое право. Если они понимают, что у них есть 37 лет, у женщины 42, у мужчин, то они и в этом году могут уйти в 55 и 60 лет. Знаете, просто наблюдение, мне всегда казалось, честно признаюсь, что пенсионный фонд – это организация, куда ты должен прийти и что-то доказать. А здесь вы рассказываете вот про людей с большим стажем, про сельских работников, что вы инициативно людям помогаете? Ну, мы вообще проводим заблаговременную работу по подготовке к назначению пенсии. Как правило, она начинается минимум за 6 месяцев до наступления права. Мы смотрим все документы, которые, если есть необходимость донести, вот еще один досрочный вид пенсии появился для женщин, кто имеет 3 детей и 4 детей. То есть раньше в законодательстве у нас до 2019 года только право на досрочный выход имели мамы, имеющие 5 детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста. Теперь вот женщин с 3 и 4 детьми мы тоже осуществляем поиск по всевозможным базам данных, по возможности материнского семейного капитала получателя, связываемся с органами социальной защиты и тоже пытаемся спрогнозировать их выход на пенсию, потому что женщина, теперь имеющая 3 детей, не в 60 лет пойдет, а в 57, 4 детей тоже не в 60 лет, а в 56 лет. Некоторые индивидуальные вопросы. 30 лет флотского стажа должен выйти в 2020 году в 55 лет. Распространяется ли досрочный выход на меня? Досрочные пенсии у нас полностью сохранились в законодательстве. То есть возраст увеличился только общеустановленный на 5 лет. И для наших северных территорий, кто отработал в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к Крайнему Северу. Весь льготный стаж – это списочники наши, в том числе малые списки, как вот флотский стаж. Они остались с тем же правом, с тем же возрастом выхода на пенсию. Уточнение по работающим пенсионерам. Пишет: в 2018 году 7 месяцев не работала. С сентября устроилась на работу. Почему не было перерасчета в августе 2018? То есть, видимо, человек работал. Перерасчет потом... делается за предыдущий календарный год. Вот в 2018 году, в августе, мы делали перерасчет за взносы 2017 года. И если была отчетность, соответственно, за первый или за второй квартал работодателя, но она же, вот гражданка пишет, что на 7 месяцев не работала, да, то есть ей за взносы в 2018 году сентября месяца перерасчет будет в 2019 году. Скажите, пожалуйста, заиграла уже музыка. Я правильно понимаю, что по любым вопросам, связанным с пенсией, красноярцы могут звонить и на горячую линию, и обращаться в районное управление? Да, то есть у нас есть телефон в отделении 229-0066. Также на сайте есть горячие линии территориальных органов. Поэтому по всем вопросам можно уточнить, можно записаться предварительно, можно ознакомиться со своими накопленными пенсионными правами в личном кабинете на сайте пенсионного фонда. И если остались вопросы, ну, тогда прийти к нам. Спасибо большое. Лариса Шлома, заместитель управляющего пенсионного фонда по Красноярскому краю, была сегодня в студии программы «После новостей». Говорили традиционно про пенсионные изменения, пенсионные перемены, ну и поговорили про пенсионную реформу, которая началась в России в этом году. Если у вас остались вопросы по вашей конкретной пенсии, обратитесь в пенсионный фонд, уверен, что там ответят. Хорошего вечера.